Прежде всего хочу сказать, что когда идет речь за усыновление, взять сироту в свой дом, у нас есть модель, друзья. Мы верующие люди, мы все усыновлены в семью Божью. Не забывайте об этой великой реальности. И понять значит пережить или прочувствовать. Мы можем то же самое делать. Если Бог призывает вас к этому служению, это хорошее служение. Это служение, которое имеет возможность практического благочестия. Так Библия измеряет наше благочестие. Благочестие – это высшая форма богопочитания. Или в дом свой возьмите сироту, нет разницы статуса, или усыновить, или взять опекунство. Если не получается, это может быть материально, что поддерживайте команды, которые этим занимаются. Вот. И что хочу сказать третье, если берете пост, молитву, молитесь постоянно о детях-сиротах. Книга пророка Исаия говорит, пост, который Бог избрал, там идет речь о сиротах тоже. Вот. И знайте, что если Бог к этому вас зовет, дело Божие никогда не имеет недостатка в ресурсах. Пускай вас Бог благословит. Додаток Світлого Радіо Еммануїл тепер є на App Store і Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів і планшетів, і Світле Радіо буде завжди поруч.